нам пришли гости. Давайте поздороваемся. Здравствуйте, гости! Молодцы, моя хорошая. Ребята, каждый день надо начинать с хорошего настроения. А чтобы настроение было хорошим, давайте возьмемся за руки, закроем глаза и передадим ту искорку тепла и любви, что живет в нашем сердце. Ребята, почувствуйте, как по нашим рукам из ладошки в ладошки проходит доброта. Посмотрите, ребята, от наших сердец зажглась искорка. Она будет вас освещать. И, моя хорошая, посмотрите, как вокруг стало ярко, красиво. Давайте поставим эту искорку, и пусть она освещает нам все занятие. Итак, слушайте, моя хорошая, скажите мне, пожалуйста, сколько частей суток у нас? Четыре! Назовите мне, пожалуйста. Утро, день, вечер, ночь. Молодцы, моя хорошая. Ребята, скажите мне, пожалуйста, сейчас на какой части суток? А сейчас какой месяц у нас второй? Октябрь! Октябрь в старину называли, ребята, грязнит и мокрохвост. Почему? Часто шли что, моя хорошая? Да, умнички! Ребята, а вы хотите отправиться в осенний парк? Да! Раз, два, три! Ребята, пойдемте в осенний парк. Пошли друг за другом.
коляске. Давайте вдохнем воздух носиком. Ребята, посмотрите, какой воздух в нашем парке. Какой он? Чистый! Свежий! Молодцы, ребята! А почему чистый, свежий? Что у нас находится в парке? Ёлочки! Деревья! Посмотрите, ребята, даже немножко ароматные. Ароматы из-за деревьев. Посмотрите, что это за дерево, ребята? Берёза! Скажите мне, пожалуйста, берёза это лиственная или хвойная? Лиственная! А назовите мне хвойные деревья. Ёлка! Сосна! Молодцы! А на этих хвойных деревьях, ребята, что растет? Шишки! Шишки! Молодцы, мои хорошие! Ребята, слушайте дальше. Скажите мне, пожалуйста, садитесь, мои хорошие. Садитесь, присаживайтесь. Ребята, скажите мне, пожалуйста, какие изменения происходят осенью? Ёлка! Скажите мне, пожалуйста, часто осенью идут что? Дожди! А какие дожди осенние бывают? Синие! Холодные! Давайте послушаем, какой дождик осенний у нас бывает. Слушайте. Слушайте, какой дождик у нас? Синий, холодный. Молодцы. Ребята, правильно, гроза, молодцы. Ребята, скажите мне, а еще что бывает осенью? А какого цвета осенью бывают листочки? Красного цвета. Правильно, мои хорошие. Ребята, как вы много знаете об осени. Итак, слушаем дальше. Ребята, посмотрите, у меня на столе лежит пазл. Сможете мне помочь? Да! Вот я сейчас буду по очереди вас вызывать, а вы мне будете помогать. Ну, Валя, подойди, пожалуйста. Ребята, посмотрите, пожалуйста, что мы с вами соединили. Ладони! А теперь идет ко мне для мамы. Для мамы подойдет. Ребята, скажите мне, что мы с вами соединили? Гнездо! А скажите мне, пожалуйста, кому принадлежит скворечник и гнездо? Птица! Птица, молодцы! Ребята, а какие птицы бывают? Перелетные! Правильно, ребята, наша сегодняшняя тема так и называется. Перелетные и зимующие птицы. Ребята, сейчас я вам прочитаю загадки, а вы отгадаете, про каких птиц идет речь. Слушаем внимательно. Хорошо, моя хорошая? Да. Ясно, вонно, легкокрыло, хвост раздвоен, словно вилы. Если я летаю низко, значит дождик где-то близко. Ласточка! Ласточка, молодцы!
радуйся, моя хорошая. Клин летит, крылачек югу, не желая встретить вьюга. Облетает пол земли, вдаль несутся журавли. Молодцы, моя хорошая. Слушаем дальше. Посмотрите выше крыши. Небо режет быстрый стриж. Стриж. Молодцы. Черный проворный кричит кар-кар. Червякам враг. Черный. Грач. Молодцы, грач. Слушаем дальше. Я знаю, слушайте дальше. Как на речку прилетает, сразу в воду залезает. Кря, кря. Кто это, ребята? Утка. Молодцы, умнички мои. Очень любим мы водицу. Искупаться и напиться. Чистые перышки и лапки убиваем. И вот последняя загадка, ребята. Острый, красный, длинный нос. Голос не имеет. Но огромное гнездо строит все ж умеет. Айс! Кто это айс? Молодцы, ребята. Скажите мне, пожалуйста, как можно назвать их одним словом? Перелетные птицы. Как можно назвать? Пожалуйста, а почему их назвали перелетными птицами? Они теплые края улетают. Правильно, теплые края улетают. А в какое время года они улетают? Сейчас какое время года? Осенью. А когда прилетают? Весной. Когда прилетают? Весной. Ребята, посмотрите, вот у нас мы оказались в теплых краях. Посмотрите, какие птицы улетают в теплые края. Клином, моя хорошая. Клин. Посмотрите, пожалуйста, что вы видите в теплых краях? Бабочки. Да, кого вы видите? Божьи коровки. Бабочки, божьи коровки, это кто такие, ребята? Насекомые. Молодец, мы Борис. А что вы видите еще в осенних, в этих теплых краях? Цветочки. Ярко светят. Да. А облака чистые? Да. Ребята, значит, птицы улетают в теплые края. Да. Скажите мне, пожалуйста, каких еще вы животных знаете? Собака! Собака! Кошка! Смотрите внимательно. Дальше слушайте меня, пожалуйста. А каких еще вы животных знаете? Рыбы! Молодцы! И еще какие животные бывают? Птицы! Молодцы мои хорошие. Скажите мне, пожалуйста, тело животных чем покрыто? Шерстью. Тело рыб чем покрыто? Шерстью. А тело птиц? Перья. Молодцы. Ребята, птиц еще называют пернатыми. Как называют? Пернатыми. Называют еще пернатыми. Молодцы. Ребята, несмотря на то, что птицы тоже животные, скажите мне, пожалуйста, чем отличаются птицы от животных? У животных сколько лап? Четыре. А у птиц? Два. А еще чем отличаются птицы от животных? Птицы что умеют делать, то, что не умеют другие животные делать? Летать. Давайте покажите, как птички летают. Покажите, как они умеют у нас летать. Молодцы. Умнички. Ребята, птицы, как и другие животные, у них есть голова, у них есть хвост, у них есть глаза. А сейчас мы с вами приклеим строение нашей птицы и посмотрим, из каких частей состоит наша птица. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Помню. Птицами считают только тех,
которые летают, только тех, которые летают. Птицами, птицами, птицами считают, птицами, птицами, птицами считают. Надо в дорогу, не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, 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 знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами, птицами всюду признают, птицами, птицами всюду признают. Надо в дорогу мне это. Ребята, давайте посмотрим, из каких геометрических фигур состоит наша птица. Смешная птица, правильно. Из каких геометрических фигур? Из оба. Лицо какое? Круглое. Клюв какое? Треугольник. Значит, из каких геометрических фигур состоит наша птица? Из овала, круга и треугольника. Молодцы, ребята. Смотрите, чем питаются птицы? Черепами. Черепами, молодцы. Еще чем? Зернышками. Молодцы, умницы. Еще чем? Насекомыми. Насекомыми. Какие насекомых вы здесь видите? Бабочками. Боже, коробками. Пчелами, жуками, правильно, моя хорошая? Да. Ребята, а еще чем питаются птицы? Зелеными растениями. Правильно, моя каша. Ребята, давайте встанем. Журавль журавлей облетел лицо земле. Облетел, обходил, принял ноги на груди. Мы первые кто улетали у нас? Ласточки. Ласточки. И стрижи. За ними журавли. И грачи. А последние улетают птицы, которые плавают на воде. Это какие птицы? Гуси и утки. Ребят, эти птицы остаются с нами, пока не замерзают наши водоемы, реки, озера. Они остаются с нами, пока не замерзают. Ребята, теперь посмотрите, скажите мне, пожалуйста, что умеют делать птицы? Улетать. Летать. Правильно. Плавать. Плавать. Правильно. Правильно. Дальше что умеют они делать? Подождите, подождите. Что они делают? Клевать. Как они клюют? Давайте посмотрим. Как они клюют? Поклевали, поклевали, как птички. Умницы. Ребята, и они умеют делать, кормить птенцо. Что могут делать? Кормить птенцо. Молодцы, моя хорошая. Ребята, давайте мы с вами отдохнем и проведем физкульт-минутку. Посмотрите, посмотрите, вот на небе, птицы, все они сидят, головой кручат, полететь они хотят, полетели, полетели, и до неба долетели. Это он и отличный почтальон. И еще и в дождь и холод путь домой отыщет голубь. Молодцы, моя хорошая. Голубь. Слушаем дальше. Спинка зеленовата, животиком желтовато, черненькая шапка и в полоску шарфик. Синица. Еще раз. Синица. Моя хорошая, слушаем дальше. Чик-чирик, к зернышкам прыг, в клюв
Петух не робей, это... Лада робей! Молодцы, слушаем дальше, как вы меня хорошо отвечаете. Я по дереву стучу, червяка добыть хочу. Хоть и скрылся под корой, все равно он будет мой. Кто стучит по дереву? Дятел, как еще называют? Доктора деревьев, моя хорошая. Правильно, умница, правильно ты сказал, Мухар. Слушаем дальше. Днем спит, ночью летает. Кто это? Сова! Сова! Умница, ребят, как можно назвать их одним словом? Зимующие птицы! Ребята, почему их назвали зимующими птицами? Потому что они остаются с нами зимой. Правильно, моя хорошая, они остаются на зиму с нами. А вот посмотрите, давайте еще раз посмотрим, где можно встретить наших зимующих птиц. Реночка, сиди. Это где? В парке. Дальше. Это детский сад. Правильно, детский сад. Еще? В лесу. В лесу. И еще где? В парке. Молодцы, моя хорошая. Скажите мне, пожалуйста, а что люди строят для наших птиц? Скворечники. Скворечники. Посмотрите, какие красивые скворечники люди строят. Правильно, моя хорошая? Да. А еще что строят? Кормушку. Как называется? Кормушку. Молодцы. Ребят, а что птицы сами себе вьют? Гнездышки. Гнездышки. Посмотрите, какие гнездышки. И что они туда кладут? Яйца. Ребята, а как это скворечник кто делает? Люди делают. А вот посмотрите, какие гнезда. Посмотрите, какие гнезда птицы вьют клювом. Посмотрите, моя хорошая. Посмотрите. Смотрите, и яйца откладывают. Видите, моя хорошая? Да, яйца. Посмотрите, все внимательно смотрим, смотрим. Всем видно, моя хорошая? Да. Посмотрите, они сами себе вьют гнезда. Видите, какие хорошие? Вот, моя хорошая. Скажите мне, пожалуйста, а чем кормят зимующих птиц люди? Семечками. Семечками. А еще чем? Зернышками. И? Крошками хлеба. Правильно, мои хорошие. А теперь вы каждый выберете птицу, и мы приклеим. Значит, зимующих птиц клеим к скворечнику. Перелетных птиц отправляем в теплые края. Птицы, которые живут в лесу, клеем в деревья. А вот водоплавающих птиц, где у нас озеро. Понятно задание? Да. Цветная осень к нам в окошко стучится, собегаются стаи перелетные птицы, улетают далеко за моря, океаны, где палящее солнце, очень жаркие страны. Осень, цветный наряд. Последние листья словно танцы кружатся, и ковром золотистым нам на землю ложатся. Разноцветная осень нам другую не нужна. Сейчас мы поделимся с вами на команды.
всех перелетных птиц. Понятно, моя хорошая? Слушайте дальше. Сидите спокойно, моя хорошая. Команда «Бацыпы-фы-2». Вы клеите зимующих птиц. Понятно, моя хорошая? Итак, команда под номером 3. Вы клеите водоплавающих птиц. Ясненько вам? Команда под номером 4. Вы собираете пазл наших птиц. И команда под номером 5. Вы раскрашиваете наших птиц. Ребята, скажите мне, пожалуйста, всем понятно задание? Да! Итак, приступаем, мои хорошие. Давайте. Считают. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете, плохо на свете. Жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, 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 знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами, птицами всюду признают. Птицами, птицами всюду признают. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? Thank you.
Ребята, у нас сегодня гости. Давайте поприветствуем их. Здравствуйте! Ребята, скажите, пожалуйста, сколько частей соток? Четыре! Назовите их, пожалуйста. Утро, день, вечер, ночь. Утро, солнышко встает, спасибо там не дает. Только здесь спасибо, я вам принесла. Давайте хором громко посчитаем. Ай!
Подошли поближе. Подошли поближе к нам, пожалуйста. Подошли. Мои листики осенние на веточках сидели, ветер дул, полетели, мы летели, и на землю тихо сели. Ветер снова набежал, и листочки все поднял, повертели, покружил, и на кухне отпустил. Как хочется запомнить эти яркие краски надолго. Цветная осень к нам в окошко стучится, собираются стаи перелетные птицы, улетают далеко за моря, океаны, где палящее солнце, очень жаркие страны. Осень, цветный наряд. Последние листья словно танцы кружатся, и ковром золотистым нам на землю ложатся. Разноцветная осень нам другую не нужна. Осень — это прекрасно немножечко грустно. Осень, осень, золотой листопад. Осень, осень, разноцветный наряд. Осень, осень, золотой листопад. Мне так понравилось, как вы отвечали, как вы выполняли задание, как вы работали, мои хорошие. Из-за этого я хочу подарить вам подарки. А подарки будут, мои хорошие, раскраски. Цветная осень к нам в окошко стучится, собираются стаи перелетные птицы, улетают далеко за моря, океаны, где палящее солнце, очень жаркие страны. Осень, цветный наряд.
Ребята, посмотрите, к нам пришли гости. Гость. Давайте поздороваемся. Здравствуйте, гости! Здравствуйте! А давайте сейчас поздороваемся друг с другом. Все друг другу повернулись. Здравствуйте! Правую подали, другую левую пожали. И друг друга обняли, отошлись и поклонились. Ребята, мы готовы заниматься? Да! Готовы заниматься! Очень будем мы стараться! Молодцы, ребята! Скажите мне, пожалуйста, сколько у нас времен года? Четыре! Молодцы, теперь назовите, пожалуйста. Зима! Весна! Сегодняшняя наша тема называется «Золотая осень». Ребята, в лесу нас хозяйничает осень. Три братца осенние. Первый братик называется Сентябрь. Какой, ребята? Сентябрь! А сентябрь – это время чего, ребята? Урожая! Урожая. Хорошо, урожай. А что такое урожай?
Фрукты! Овощи! Овощи! Давайте посмотрим, куда собираем фрукты? Ящик! А овощи? Ящик! Какой, ребята? Второй какой, ребята? Октябрь! Октябрь. Смотрите-ка небо, ребята. Какое стало в октябре небо? Хмурое! Солнышко же не так уж светит. Спряталось солнышко. Листочки что делают? Опадают! Опадают. Молодцы, ребята. Вот и слушайте, как в октябре идет дождь. Давайте посмотрим, откроется сундучок или нет. Ой, не открывается. Ой, здесь еще одна есть у нас загадка. Давайте почитаю. Летом вырастают, осенью опадают. Что это, ребята? Листья. Молодцы, мои хорошие. Отгадали. Сейчас посмотрим.
у нас сундучок откроется или нет? Сейчас посмотрю. А, открылся сундучок у нас. Ребята, мы сейчас с вами превратимся в разноцветные краски и отправимся в мастерскую. Там мы будем рисовать золотую осень. Мы рисовать будем красками, а кисточками будут наши пальчики. Пойдемте, ребята.